Всем привет! Вы на канале Ice Studio. И мы смотрим Украину. Украина. Я думала, он с лопатой вышел. Образ очень таинственный. Явно намекая, что будет очень круто. У него разные глаза. А, это линза. Для образа. Уже живенько. Песня тоже не особо лечит оригинальностью. Ну, как большинство песен на Евровидении. Не понимаю немного, что за образ, правда. Ну, такое напряженное лицо. И песня такая динамичная. Жаркое выступление. Вы подумаете, что мне жарко, потому что я в доме сижу в шубе? Нет, просто выступление очень жаркое. Самое, что забавное, вместо того, чтобы слушать песню, я почему-то пялись на уголке, там написано «Евробачен». Причем «евро» — такое ощущение, что в виде знака «евро». Ой, подождите. Молодцы, ярко сделали. Вандал! Он раскидывает микрофоны по сцене. Стойки вот эти, которые на лопату похожи. А так он еще и пианист. Понимаете, да, что значит быть крутым? Если я правильно вообще произнесла интересное слово «евробачен»? У него голос очень сильный и красивый. Вау! Уже по сравнению с остальными, какой-то огонь, какое-то движение, действие. Вот это фаер-шоу. Это очень захватывающе. Блин, мне очень понравился чувак. Очень понравился. Мне уж захотелось раздеться. И это не потому, что на меня светит горячий фонарь. Мне понравился огонь на сцене. Мне понравилось некое действие. Мне понравилась лестница. Мне понравилось фортепиано. Но в целом номер достаточно живой. Я им поставлю 8. В принципе, на твердую шестерку пойдет. Я считаю. Моя оценка 9. Мне очень понравилось. И это будет 9 из 10. Только потому что... А не, это будет с моей стороны неправильно сейчас сказать. Потому что там был чувак, я уже не помню откуда. Я не разбираюсь в странах. Ё-моё, женственности хоть отбавляй. Ё-моё. Как мне это развидеть? Уберите это из моей головы. Это было отвратительно. Это было ужасно. Это что? Это... Я надеюсь, только на Украине так плохо. Блин, это 1 из 10. Нет, так не повезали. Нет, я ничего против Украины не имею. Выступление было ужасное. Песня отстойная.